Летом 2020 года регионы России должны перейти на раздельный сбор мусора. Задача, по мнению ульяновских экологов, сложная, но выполнимая. О том, как установить соответствующие площадки по всему региону, а главное приучить самих жителей к раздельному сбору, обсуждали в общественной палате. Президент дал указание подготовить к лету дорожную карту по раздельному сбору. Это самый сложный вопрос, вот насколько я считаю, самый сложный вопрос в теме обращения с отходами. По данным региональных операторов, в регионе установлено 274 контейнера-сетки. 48% отходов уже сортируется на мусоросортировочных комплексах. Данный показатель позволил Ульяновской области занять лидирующую позицию в ПФО в сфере переработки. В план реализации дорожной карты включили увеличение контейнерного парка и мощностей по переработке и сортировке отходов. Акцент сделают и на работе с жителями, информировании о раздельном сборе мусора. В части работы с муниципалитетами будем оказывать всяческую методическую консультативную поддержку. Также в план работы экопалаты у нас запланированы выезды. Особенно пристальное внимание будет к южным районам. Новоспасская, Радищева. В сводный план работы также включили мониторинг состояния окружающей среды и установку дополнительных постов за отслеживанием уровня загрязнения воздуха. За 2019 год экологи выявили больше 200 нарушений природоохранного законодательства. В этом году число общественных экологических инспекторов будет увеличено. Анна Тищенко, новости Ул.Правда ТВ.